Сегодня очень тяжелый день. Провожаем великого человека, великого спортсмена, лучшего хоккеиста и первого мастера спорта в Башкирии по хоккею Владимира Викторовича Быкова. Прежде всего хочу сказать, что он стал большой частью эпохи той хоккея 70-х. Вот, приучил нас привыкать, что есть хоккей очень высокого уровня, который он показывал, играл. Он сильно любил этот вид спорта. Это таким запомнился мне как хоккеист. Моя семья очень благодарна ему, что он в 99-м году вернул меня с семьей в Уфу, так сказать. Если бы не он, может, ни я, ни мои дети бы не обучили так в уфимской школе хоккею. И очень печально, что мы провожаем вот эту большую часть той эпохи, которая называлась советский хоккей. В один из годов я посчитал, выпуская вчетвером тренер, меня с ним. Я 7 голов в меньшинстве за год забил. Это очень много, как говорится, да. Просто он навернет одного-двоих, беги, забивай, все. Такое великолепное все. А тройка Быков-Казаков Заварухин, это что-то было, как говорится. Полкоманды, иногда и больше. Это был замечательный хоккеист. Он своей игрой привлекал болельщиков на трибуны и дарил им радость. Удовольствие болельщики получали от его игры. Недаром он одним из первых Уфы и Башкирии был удостоен звания мастер спорта Советского Союза по хоккею. Он забивал голы в нужное время, в нужных матчах, и зачастую решающие голы, которые решали исход поединка. И в 1978 году, когда мы первый раз вошли в высшую лигу советского хоккея, тогда было 12 команд высшей лиги, и не очень просто было войти. Его вклад был очень огромен в тот успех. Ну, после окончания карьеры в жизни у него случались и неурядицы, и были небольшие. Но он с честью и с достоинством преодолел их. И что еще раз подчеркивает его порядочность и доброту. Ну, мне кажется, он был, есть и останется лучшим хоккеистом Уфы и Башкирии.